с дедом очень любим сладкое. Вот я и решила приготовить пряничного человечка. Все подготовила, и теперь нужно тесто замесить. Поможешь мне? Чтобы приготовить тесто для пряничного человечка, добавим в чашку муку, сливочное масло, яйцо и молоко. Тесто готово. Давай раскатаем его скалкой. Теперь положим пряничного человечка в печь. Ну вот, пряничный человечек почти готов. Осталось его украсить и остудить. Помоги мне украсить пряничного человечка. Очень красиво, но я бы хотела, чтобы человечек был немного другой. Давай попробуем еще раз. Пока пряничный человечек остывает, принесу-ка я воды для чая. Ой-ой-ой, что же мне делать? Я не хочу, чтобы меня съели. Надо сбежать, пока она не вернулась. Только вот как? Можно выйти через окно. Но сначала нужно попасть на комод. Осталось открыть окно, и я... Спасибо большое за помощь. Теперь меня никто не съест. Ой! Где он? Где мой пряничный человечек? Куда он сбежал? Я самый красивый, самый вкусный и самый быстрый пряничный человечек! Никто меня не сможет догнать! Стой! Выглядишь ты аппетитно! Вкусный, наверное! Ну уж нет, корова, я от всех убегу. Ой-ой-ой, ай-яй-яй! Смотри, птицы прилетели мне на помощь. У них наверняка есть то, что поможет мне уйти от погони. Отлично, это остановит ее надолго. А пахнешь-то очень вкусно. А можно я тебя съем? Ну уж нет, собачка, я от всех убегу. Ой-ой-ой, ай-яй-яй! Отлично! Это остановит ее надолго! Как вкусно ты пахнешь! Позволь тебя съесть! Ну уж нет, свинья! Я от всех убегу! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Отлично! Это остановит ее надолго! Ой, как вкусно ты пахнешь! Остановись! Дай мне съесть!
тебя. Нет уж, кошка, я от всех убегу. Мяу. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Отлично, мяу. Это остановит ее надолго. Никто меня не смог догнать, никто меня не смог догнать. Я самый красивый, самый вкусный, самый быстрый пряничный человечек. Ох, забежал я в чащу лесную. Как же мне выбраться отсюда? Помоги мне найти выход из леса. Отлично! Теперь можно идти дальше. Нужно найти еще одну дощечку. Теперь можно идти дальше. А вот и выход. Спасибо большое за помощь. Ох, какая широкая бурная река. Как же мне перебраться на другую сторону? Не-а, лодка крепко привязана. Здравствуй, я вижу, тебе нужна помощь. Я отлично плаваю и могу перевести тебя на другой берег. Ну уж нет, я подойду, а ты меня съешь. Что ты, что ты? Я не ем сладкое. Прыгай на меня, и я перевезу тебя на другой берег в целости и сохранности. Ну раз так, то давай. Осторожней, я же могу утонуть. Ах, как же ты все-таки вкусно пахнешь. Но ты же говорил, что не ешь сладкого. Правильно, но никогда точно не узнаешь, пока не попробуешь.